Таких известных болельщиков на «Локомотиве» давно не было. Регбийный поединок крымчан и россиян привлек внимание великана Николая Валуева. Он напутствовал спортсменов на бескомпромиссный поединок. Уж с чем, а с жесткостью проблем не было. Команды не щадили ни себя, ни соперника. Правда, только до судейского свистка. Регбийное братство – это отдельная песня. Я не буду говорить, что в каких-то видах спорта его нет, этого братства. Я знаю, что в регби оно есть, и оно очень крепкое. Итоговые 59-59 повергли в шок многих зрителей, особенно учитывая то, что крымская команда на протяжении большей части матча проигрывала с двузначным счетом. Но регбисты полуострова вовремя спохватились. Впечатляющий финишный спурт позволил им отыграть фору. Вопрос о победителе пока еще открыт. Закрыть его обе сборные планируют в ближайшее время. Менеджеры команд пообещали организовать еще одну встречу. Валериан Зерян, Андрей Трещук, «Время новостей».